В субботу 1 августа город Миусинск с рабочим визитом посетил глава администрации «Красного луча» Юрий Кондратенко. Во Дворце культуры была организована встреча главы и жителей города. Миусинцы рассказали о своих актуальных и наболевших проблемах. Юрий Анатольевич всех выслушал и ответил на все интересующие вопросы. Также Юрий Анатольевич встретился с жителями дома, разрушенного во время боевых действий. Люди показали ему последствия после прямого попадания танкового снаряда в ВСУ. Встречи главы администрации «Красного луча» с жителями прилегающих городов и поселков стали доброй традицией. Прошла встреча в городе Миусинске с людьми доброжелательной обстановки. Много было вопросов. Мы постараемся все вопросы решить и отчитаться перед народом. Поэтому все получилось по плану.